Звони, говорит, свою эту шарашкину контору, то есть в эту достовистую. Я уже все заплатил, типа, пошел ты нахрен. Сколько надо, типа, столько и будешь ждать. Типа, я, мол, клиент, я плачу. Ну и вот, и у него случился, получается, с ним конфликт. Говорит, да на, ты уже меня задолбал. Достает ему 500 рублей бумажкой и кидает прям. Тут же ему прилетает уведомление с достовистой. Вас заблокировали навсегда, короче, тра-ля-ля. Так, ребят, всем добрый день. Добрый вечер, если кто-то смотрит в другом часовом поезде. Вот, всем, кто кушает, приятного аппетита. И просто хорошего дня и настроения. Чё, пацаны, пока мысля, как говорится, крутится где-то там, да, в голове. Сейчас попытаюсь выразить. Так, ребят, состоим, как я уже говорил, в некоторых чатах. Когда есть время, заходим туда, слушаем какие-то сообщения. Где-то тоже своими мыслями делимся, если нам есть что сказать. Вот. И там, получается, в одном из чатов у нашего коллеги по работе, вот, он тоже подрабатывает, получается, и в IT он работает, и, получается, Яндекс включает, ну, когда хочет, и в достовисте заказы берет. Так вот, этот немножко ролик, он как бы будет немножко к достовисте относиться. Вот, смотрите, ребят, многие же, да, знают достовисту, многие с ней работают, оттуда берут заказы, вот. Это тоже, получается, такая программа, где ты можешь работать курьером, то есть пешим курьером ты можешь работать, получается, ты можешь работать курьером на автомобиле, и там также присутствуют заказы на грузовой автомобиль. На грузовой автомобиль в достовисте, конечно же, заказов немножечко не столько, ну, честно вот сказать, пацаны, не кривя душой, там мало заказов как бы на грузовой автомобиль. Там много заказов на легковой автомобиль, курьерка, ну, то есть можно пару коробок перевезти. На каблучок есть заказы, на портер и выше автомобили, там, конечно, поменьше заказов, но они тоже встречаются. Так вот, ситуация, ребята, произошла у него следующая. С его слов опишу. Он говорит, я вот взял, получается, заказ на достовисте. Не помню, какого числа. А, вроде бы. А какого? Седьмого или вроде шестого? Вроде бы седьмого или шестого, ну, да. Ну, не факт, ну, да, ладно. Ребят. Неважно, какого числа, как бы это, ну, блин, мне кажется, особой роли не сыграет. Вы сейчас поймете, к чему мы клоним, и, ну, какие-то тоже выводы сделаете. Почва для размышлений. Взял он, короче говоря, заказ. Вот. А живет он, получается, как я понимаю, где-то там в районе Красногорска. Может быть, даже немножечко чуть-чуть в регион, типа, может, где-нибудь в Нахабино. Ну, вы поняли, может, чуть-чуть за Красногорском там. Наверное, как я понимаю, где-то в таком частном доме. Не много квартир, но в частном. Да и тоже это как бы не столь важно, где он там живет, в каком доме. Вот. И, говорит, увидел я неплохой, получается, заказ, вот, с его слов. Увидел, говорит, я неплохой заказ на достовисте. Вот. Он был, ну, чтобы вам не соврать, чистыми примерно 4,5 тысячи рублей. Не помню уже точно, какая сумма, ну вот примерно такая. А у него, получается, газель. Газель 8-палетка, то есть обычная нормальная газель там. Так, получается, не знаю, будка, не будка или тент, это тоже, ну, не столь важно. То есть 8-палетная нормальная, то есть газель, большая машина, то есть не портер, не каблучок, вот. И маршрут там был буквально вроде бы как с его слов из Красногорска и до Одинцова. Нужно было перевезти, к перевозке был один какой-то генератор. Генератор этот предназначался для частного дома. Вот, получается, ребята, взял он этот заказ. Все нормально, созвонил с клиентом, туда-сё. Ну, короче, все, приехал на загрузку. На загрузке все прошло успешно, все его загрузили, все нормально. И поехал он на выгрузку. Вот. Сейчас будет, ребят, самое интересное. Там у них, забегая наперед, расскажу, что произошел небольшой конфликт с, получается, ну, с заказчиком, которому он там отдавал. Вот, получается, с его слов, он приехал, получается, на выгрузку. Вот, на выгрузке, ну, созвонился, говорит, вот, ребят, я приехал на выгрузку. Опять же, вот, пацаны, очень важная информация сейчас будет. Смотрите, кто работает заставистой, те знают, что в достовисте, смотрите, там все по времени. Если, ну, там дается определенный промежуток времени, в который ты должен прибыть, да, на точку погрузки, на точку выгрузки. Если ты опаздываешь и так далее, ты, как я понимаю, ну, в достовисте должен созвониться с клиентом, предупредить его, чтобы у тебя, ну, не было конфликта и так далее.
Вот, там еще такая вот ситуация в этой достависте, что если ты хоть на 5 минут, на 10, там, на 15, ну и более опаздываешь на точку погрузки, либо на точку выгрузки, и у тебя там будет, да, какое-то уже потом платное ожидание, то ты уже это платное ожидание, ты на него, ну, не можешь рассчитывать, поскольку ты опоздал. Вот, вроде бы, ребят, как-то так. Ну и у него так получилось, что он рассказывает, я немножко на выгрузку на 5 минут опоздал. Вот, как бы. Опоздал, он звонит этому, получается, заказчику, говорит, все, я прибыл туда-сюда, разгружайте меня. Вот, там, получается, заказчик отсутствовал, а его вот эти вот подчиненные строители, ну там кто, есть же прораб и там еще, ну, как бы, ну кто такой самый там главный, кто следит за этим всем объектом. Вот, и получается, этот парнишка, который вот за этим всем объектом следит, который там, как говорится, главный, он, получается, они где-то должны были заказать грузчиков, чтобы вот эти вот, вот этот вот генератор разгрузить вручную. И поскольку грузчики эти где-то прибыли, да, в течение часа еще там должны прибыть, он заказчику объясняет, что, ребят, ну, давайте, у вас будет платное ожидание, как вы платите, я здесь стоять просто так тоже не буду. Ну, он прав. Вот, опять же говорю, что он, как, ну, как всего слов, он опоздал, получается, немножко на 5 минут, и по этой программе вроде бы он, ну, не мог уже претендовать на платное ожидание, поскольку там вот такие вот есть нюансы, что если ты опаздываешь, то никакого тебе платного ожидания нет. Может быть, я немножко не прав и не так это все понимаю, ну, напишите там в комментариях потом. Так вот, а тот этот говорит, я ничего не буду платить, звони, говорит, свою эту шарашкину контору, то есть в эту достовистую, я уже все заплатил, типа, пошел ты нахрен, сколько надо, типа, столько и будешь ждать, типа, я, мол, клиент, я плачу. Ну и этот Роман, ну, его как бы это все, ну, завело, потому что, представьте, он мог уже где-то на другой заказ поехать, а он, блядь, тут стоит бесплатно, да, и, ну, то есть, и он рассказывает, я в итоге простоял на этой выгрузке, пока меня выгрузили, аж более часа, ну, может, не знаю, может, там, до полутора часов он простоял, то есть, понимаете, да, если бы он не опоздал, приехал по времени, он бы написал достовисту, объяснил бы ситуацию, что так и так, ему бы, я думаю, что хотя бы свои, не знаю, может, 500 рублей на это накапало, это же лучше, да, ребят, чем ничего, как говорится, 500 рублей лучше, чем ничего, тоже не такие большие деньги. Ну и вот, и у него случился, получается, с ним конфликт, они начали конфликтовать, тот наотрез отказывается доплачивать, и уже чуть ли там, знаете, не до драки, и по итогу он рассказывает, что тот, он, короче, начал писать достовисту, достовиста его морозит, типа, разбирайся сам, ну и, короче, никто ему ничем не помог, никто ему никакое платное ожидание, ну, за это не доплатил. Там уже чуть ли не до драки дошло. И говорит, там, получается, тот вот этот вот парнишка, который прораб, не прораб, который на объекте вот этот главный, он ему говорит, да на, ты уже меня задолбал, достает ему 500 рублей бумажкой и кидает прямо, на, типа, забирай. Ну, вот представьте, да, такое отношение. Вот, ну, этот Роман, да пошел ты нахрен, уже из принципа не стал, ну, как бы, брать, да, поднимать, когда к тебе такое отношение, говорит. Хрен, ну, типа, пошел ты нахрен, подавись, не надо мне, типа, ничего. Ну, уже вот такой прям конфликт серьезный был. Получается, что грузчики прибыли, выгрузили нормально, успешно этот генератор, они там всего этого. И у него, получается, генератор стоял на палете. А палет был, получается, в кузове. Вот, он, ну, Роман, уже, ну, знаешь, уже конфликт, и он ему говорит, забирайте палет, типа, это же, блядь, ваш палет, ваш заказ, он мне нахрен нужен. Он говорит, я не буду ничего забирать. Вот этот вот, да, который там принимал эту установку в этом частном доме. Я не буду ничего забирать, пошел ты типа нахрен и так далее. На что Роман такой, ну как бы, ах, ты не будешь забирать? Хорошо. Вперед выезжает участка, получается, с этого коттеджа. И получается перед воротами, ну, хотел просто этот палет им, блядь, перед воротами выкинуть. Ну, раз ты так себя ведешь, да, по-наглому, как бы, вот. Раз ты такой там мелочный, скупой и так далее. Не ценишь, да, труд других. Тот, получается, парнишка позвонил, видать, своему работодателю, то есть хозяину этого коттеджа, который их нанял, платит им деньги за их, соответственно, работу. Вот, тот ему, видно, сказал, типа, забирай. Ну, этот уже парнишка такой, ладно, ладно, типа, я заберу. Ну, и этот палет уже, получается, у него забрал. Вот, о чем, ребята, сказ, что, ну, опять же, такое бывает, ну, не только в Яндексе, не только в АТИ такое бывает, не только в Достовисте такое бывает. Блин, можно попасть в такие ситуации,
получается, с такими клиентами. Как здесь вести себя? Блин, ребят, опять же, хорошо вот всегда советовать. Тогда, когда ты вот, да, без эмоций это все, когда не ты в это попал, когда ты остывший, можешь проанализировать эту ситуацию. От себя могу сказать, кто вот в этой ситуации, по моему мнению, прав. Здесь, честно, прав получается с точки, как говорится, закона, с точки, ну, вот этой программы, как она работает, здесь прав клиент. Ну, типа, ты опоздал, опоздал, если программа работает так, что если ты опоздал, то тебе никакое ожидание уже, ну, не будет засчитано, не будет никакая доплата. Там, понятно, и доплата-то не такая, ну, как бы, там доплата смешная, может, 500 рублей, но все равно, как бы, это же лучше, да, если он там час плюс стоит, хотя бы ему 500-700 тысяч рублей бы капнуло в карман, чем он просто эти, да, там, час-полтора часа простоял бесплатно. Вот, от себя, ребят, как я эту ситуацию вижу, здесь, наверное, клиент был более прав, вот, а, блин, что еще, ребят, от себя посоветовать? Мне кажется, мужики, что в таких ситуациях нужно стараться сохранять самообладание, смотреть наперед, смотреть на будущее. Смотрите, с работой сейчас такая себе ситуация, то есть очень большая конкуренция происходит. И лучше, как говорится, мне кажется, потерять этот час, чем поругаться с клиентом, как говорится, требовать у него там деньги и так далее, да, за доплату, если он не готов доплачивать. Как говорится, лучше, мне кажется, вот со стороны этого человека, который рассказывал эту ситуацию, было бы забить, махнуть рукой, потому что последствия, пацаны, этого всего могут быть необратимыми. А именно, тебя могут заблокировать навсегда в этой программе, и потом ты можешь, да, потерять там неделю, месяц и так далее, для того, чтобы тебя разблокировали. А разблокируют ли тебя? Вот, ребят, тут тоже такое 50-50, поскольку конкуренция реально очень, ребят, большая. Вот, от себя, мне кажется, ну, всегда лучше стараться как-то договориться, сглаживать углы. Лучше вот, конечно, мне кажется, потерять этот час, бог с ним, ну, раз как бы ты опоздал, раз как бы это, ну, ты же опоздал, никто же тебе не виноват, вот. Такие вот пацаны от себя какие-то тоже, как я это вижу. Опять же, ребят, это хорошо, да, мне вот это вот обсуждать, когда я там не был и так далее. Я не видел, как заказчик вел себя. Может, он реально там вел вызывающе там и, ну, не смог он, как бы этот человек, сдержаться. И у них произошел вот такой вот конфликт. Поэтому, пацаны, наверное, лучше, как говорится, это все-таки сфера обслуживания. Это сфера обслуживания. А в сфере обслуживания, братцы, вы знаете, что клиент всегда прав. Блин, вот как-то так, ребята, как-то так. Не знаю, что добавить. Может быть, Дмитрий что-то от себя добавит, как он видит эту ситуацию, как бы он посоветовал вам поступить. Мне кажется, ребят, лучше в любых таких непонятных ситуациях стараться сглаживать углы, потому что в этой программе, смотрите, если на будущее, ты сегодня можешь, да, 500 рублей не получить за этот час-полтора, а зато на будущее ты можешь, ну, сможешь брать здесь заказы. А так у тебя вот эта вот лавочка закроется, тебя на всю жизнь заблокируют. И, то есть, здесь вот этот вот дополнительный заработок, он у тебя, то есть, отсеется. Тебе нужно будет где-то опять какие-то другие программы искать. Поэтому, пацаны, вот как-то так. Типа вот такой вот какой-то, если от нас, ну, вот совет вам. А так, ребят, не знаю, как это все, кто видит, кто прав там, кто виноват. Понятно, что, блин, клиенты разные, пацаны. Ну, такая сфера обслуживания. Вот как-то так, мужики. Не знаю, Дмитрий, если что-то добавит от себя, добавит. У меня на этом, наверное, все. Я не знаю, что еще там так вам рассказать такое интересное. От себя хотел бы рассказать, друзья, вам небольшую ситуацию, тоже интересную, связанную с заставистой. Как паренек, будучи пешим курьером, подрабатывал в данной программе и чем это все закончилось для него. Получается, взял он очередной заказик, стоимость заказика была то ли 380, то ли 390 рублей, что-то такое, знаете, ну, скажем так, смешная стоимость. Но и от точки А, до, то есть до магазина косметики, до, блин, от магазина косметики до клиента, ну, до точки Б именно, было, ну, вообще небольшое расстояние, там что-то километра полтора, по-моему, два. В общем, ситуация такая, купил клиент дистанционно два пакета каких-то там, получается, парфюма, по-моему, клиентка. И, ну, приехал этот исполнитель, забрал этих два пакетика и, понятное дело, пошел к клиентке.
По приезду клиентки она забрала один лишь пакет, а второй брать отказалась, потому что он ей не понравился. Сказала, что хочу оформить возврат, и давай неси, типа, ну, назад в магазин сдавай, я все договорилась, все уже, типа, нормально, и так далее, и тому подобное. У тебя все примут, все хорошо. Парнишка, получается, не знал, как это все работает, поверил клиентке, хотя это работает не так, оказалось. По тому времени, когда он пришел в магазин, ему сказали, что либо ты приносишь два пакета и делаешь возврат назад, ну, то есть весь товар, который ты взял, либо неси этот пакет той клиентке, получается, заказчице, и никакого возврата не будет, то есть половину из этого не получится сдать. На что парнишка, ну, как бы, понятное дело, растерялся, начал звонить клиентке, заказчице, ну, и спрашивает, а что мне делать? Вы готовы мне доплатить хотя бы половину от стоимости, получается, заказа, ну, то есть, получается, там, сколько, ну, может, там, 150-200 рублей. Для того, чтобы я вернулся к вам, забрал второй пакет, который вы забрали у меня, и оформил возврат, отнес его назад. Клиентка отказалась это делать, ну и парнишка, соответственно, бесплатно тоже не понес этот пакет, который, ну, клиентка не забрала у него. Пакет этот оставил в магазине, получается, ну, немного поссорился с ними, понятно, поконфликтовал, потому что, ну, а как иначе? Все это понятно на фоне эмоций и вообще, блядь. Когда тебе такую чушь втирают, как бы понять можно. И, в общем, суть в том, что не успел он выйти из этого магазина, тут же ему прилетает уведомление с достависты. Вас заблокировали навсегда, короче, тра-ля-ля, тому подобное. И, ну, получается, спустя несколько минут ему еще пришел штраф на 2000 рублей. Тоже пришла смс-ка и пришел какой-то, по-моему, номер, типа, ну, реквизитный. Куда нужно перевести эти 2000. То есть, ну, это не обман, ничего такого. Это действительно было сообщение с достависты. Ну, вот такая вот ситуация есть. Да, то есть, вот, ребят, вот, как пока Дмитрий рассказывал, я тоже как-то эту ситуацию, ну, как-то не слышал только. Ну, здесь сейчас это вот рассказывал, да, и как я эту ситуацию тоже вижу. Ну, блин, мужики, опять же, вот такой вот бывает. Опять же, к чему говорю, что это сфера обслуживания, братцы. Здесь клиент всегда прав. Ну, блин, вот такая вот, пацаны, работа. Если вы с этим не согласны и так далее, там, ну, блин, как говорится, это ваше право, это ваше мнение быть несогласным. Но если, как говорится, сфера обслуживания, сфера обслуживания, вот, и такие ситуации, они сплошь и рядом, мне кажется, о таком нужно, такие ситуации придавать огласки, чтобы другие люди не попадались на ошибках. Ну, как бы лучше учиться на ошибках других, чем говорится на своих ошибках. Поэтому вот такой вот какой-то ролик, опять он какой-то получился, ну, больше разговорного формата. Поэтому, братцы, всегда, прежде чем предаваться эмоциям, лучше остыньте, ну, как бы взвесьте все за и против, посмотрите, какие могут быть последствия после вот этого вот, да, если вы, допустим, не понесете, подумайте, а стоит ли оно того, может быть, лучше отнести, потерять этот час, там, два, отнести бесплатно, но в дальнейшем, как говорится, вы выиграете, постольку, поскольку вас не заблокируют и так далее, потому что вы знаете, клиент тоже там на эмоциях, может там столько наплести, а как потом это все доказать? Поэтому, друзья, блин, опять же, вот такая какая-то вся пища для размышлений, опять много, видите, здесь недоработок и так далее. Просто, опять же, повторюсь, пацаны, это сфера обслуживания, где клиент всегда прав. Поэтому, братцы, как-то так. Такой ролик, я думаю, никого он не оставит равнодушным. Каждый задумается, а какие у вас еще были такие приколы, неприколы, где-то какие-то вот такие вот ситуации нелепые. Тоже можете оставлять свое мнение, писать в комментарии. Возможно, на основе даже тех комментариев, либо еще на основе будущего материала где-то что-то увидим, где-то что-то услышим. У нас как-то, знаете, будет на этот счет что обсудить. Опять это все воплотим в жизнь. И опять же, каждый, кто работает, посмотрит и, возможно, тоже сделает вывод. И прежде чем совершать тот или иной поступок, просто как бы здраво немножечко прикинет, какие могут быть последствия, если он сделает так, а не сделает иначе. Как-то так, братцы. Здесь просто хотелось бы у нас, ну как, не то что там нравоучение, не нравоучение, а хотелось бы что-то здесь и еще и хорошее преподносить, какое-нибудь, знаете, поучительное, что будет работать как бы немножко во благо. Вот, если данный видеоролик хотя бы кому-то поможет где-то и так далее, то
то, мне кажется, уже это все не зря. Ну, а так что, ребят, вот как-то так.